Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Винченцо Кампуччини. Итальянский живописец и график академического направления периода неоклассицизма. Данные я беру из Википедии. Кампуччини родился в Риме в 1771 году в семье торговца уголем. Материально поддерживаемый своим старшим братом Пьетро, реставратором картин, он начал обучение живописи в мастерской Доминика Корви. Свою первую живописную работу «Жертвоприношение Ноя» он выполнил в 14 лет. В 1798 из-за политических событий художник покинул Рим и уехал на время во Флоренцию. По возвращении в вечный город Кампуччини в 1802 году был принят в члены Академии Святого Луки и уже в 1806 году, несмотря на молодой возраст, стал ее принцепсом. В 1803 году папа Пий VII назначил Кампуччини директором мозаичной мастерской при соборе Святого Петра. Кампуччини писал парадные портреты знатных улиц и картины на угодные им исторические сюжеты. Был обласкан властью. На художника обрушилась почесть и награды. В 1810 году посетил Мюнхен и Париж. В 1814 году папа назначил Кампуччини инспектором по консервации общественных картин в Риме. Вместе со своим сверстником Чиканьяро, Сабатели и Бенвенутти основал частную школу рисования обнаженной натуры. Многие годы Винченцо Кампуччини посвятил копированию картин мастеров римской и болонской школ живописи. Писал алтарные образы для римских церквей. Кампуччини – автор известного портрета скульптора Бертелле Тарвальца. Папа Пий VIII, как только был избран в 1829 году, захотел получить портрет от Кампуччини, которого он назначил бароном, а в следующем году доверил ему реорганизацию Ватиканской пинакотеки. Кампуччини сотрудничал с гравером Томмазо Пиролли. Умер в Риме 2 сентября 1844 года. Его сын Джованни Батиста продал герцогу Нортумбленскому коллекцию картин, собранную Кампуччини, и на вырученные от продажи деньги приобрел в 1855 году замок. В замке до настоящего времени хранятся, помимо произведений самого Винченцо Кампуччини, некоторые картины из его коллекции, автографы, археологические находки, собрание дорогого оружия. Ну вот так вкратце из Википедии о итальянском живописце, графике академического направления периода неоклассицизма Винченцо Кампуччини. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.